Сегодня с нами Альберт Ищенко, художник, фотограф и поэт. Любая из ваших картин украсит интерьер чувствами радости, то, чего сейчас очень не хватает. Ну, тут, скорее всего, просто сам по характеру оптимистичный человек. Конечно, было очень много трудностей, есть трудности в жизни, но вот воспитание, которое дали родители, преодолевать эти трудности, смотреть на окружающий мир оптимистично и не искать какую-то черноту, а находить именно вот в обыденном вот радостное, светлое, которое помогает и тебе, и окружающим. Ну, вот, наверное, такая в целом идея, в общем и целом, кредо жизни.